Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам интересные факты про южноафриканского бурбуля. Грозный охранник, преданный друг и ласковый питомец. Южноафриканский бурбуль – порода собак, которая сочетает в себе абсолютно противоположные качества. Эти животные проявляют дружелюбие к членам семьи, в которой живут, а вот незнакомым людям с ними лучше не шутить. Если собака чувствует опасность, она будет защищать себя и свою семью до последнего. Перечисленное не единственное, чем южноафриканские бурбули могут удивить. Итак, представляем вам 5 интересных фактов о представителях этой породы. Южноафриканские бурбули – очень сильные и выносливые собаки. При сильном рывке представители породы способны преодолеть сопротивление человека весом в 100 кг. При беге эти собаки могут развивать скорость до 40 км в час. Бурбули показывают отличные результаты в вейтпулинге или перемещении грузов. Взрослый представитель породы способен перемещать грузовые платформы общим весом до 450 кг. Южноафриканских бурбулей важно воспитывать и социализировать с самого детства. В противном случае эти собаки могут стать очень опасны. Хозяин представителя породы всегда должен проявлять настойчивость и лидерские качества в общении с питомцем. Южноафриканские бурбули будут слушаться владельца только если будут признавать его безоговорочный авторитет. Несмотря на свой грозный вид, южноафриканские бурбули любят ласку и внимание со стороны членов семьи, в которой живут. Если представитель породы вовремя прошел все стадии воспитания и социализации, он будет любить играть с детьми и позволять последним делать с ним все, что угодно. Южноафриканские бурбули нуждаются в регулярных физических нагрузках. Для поддержания хорошего физического и психологического состояния этих собак рекомендуется в буквальном смысле выматывать. Гулять с ними необходимо минимум 2 раза в день по 1,5 часа. Каждый выгул обязательно должен содержать элементы игр и дрессировки. Представители породы, страдающие от избытка энергии, становятся очень непослушными и упрямыми. Бурбули превосходно считывают настроение и чувства хозяина, особенно это касается отношения владельца к другим людям. Если бурбуль видит, что вы рады гостям, он будет считать их своими друзьями и не станет проявлять свои охранные качества. Южноафриканский бурбуль – собака, которая требует особого внимания со стороны своего владельца. Хозяин должен регулярно заниматься с животным, обеспечивать ему достаточные физические и умственные нагрузки, воспитывать и социализировать с самого детства. Только при соблюдении этих условий представитель породы сможет стать хорошим питомцем и раскрыть свои лучшие качества. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!